Друзья, всем привет! Скачал я Genshin Impact на кастомной прошивке, сейчас мы ее проверим. На муйне игра шла отвратительно, там FPS был одинаковый, что на низкий, что на ультрах. Это порядка 20-30 FPS было, выше не поднималось. Даже если с ультра переключить на низкий, то разницы вообще не было в FPS. Игра лагала. Настроечки у меня в настройках батареи я поставил оптимизацию для игр. Это вот все AirDroid, есть такая функция. Под каждую игру можно ставить тепловой профиль в настройках батареи. Вот у меня стоит сейчас игровой профиль. Графика все на ультра. Максимально стоит, и видим мы 40 FPS в среднем. Даже до 50 доходят. На муйне такой результат просто невозможен. Там игра просто лагает на любых настройках. Также я пробовал снижать частоту процессора с 2,9 до 2 ГГц. И FPS был такой же. То есть в этой игре очень сильно напрягается именно GPU, а не CPU. Процессор тут сильной роли-то не играет. Здесь важен очень графический процессор. Офигенно идет. Почти как на 865-м снапе. Там игра шла у меня 40-60 FPS. 40 это ближе к городу, со самых таких тяжелых локациях. А так практически всегда там было 55-60 FPS. Это на 865-м. Да и тут неплохо. Для 860-го вообще отличный результат. Насчет нагрева, то телефон греется на ультрах порядка 65-67 градусов. В принципе, типичный результат. Но если играть на средних настройках, то FPS будет... Да такой же, наверное, будет. Я вчера на средних бегал, что-то с ультра разницы не понял по частоте кадров. А вот нагрев там меньше, да, почему-то на средних настройках. Там 58-60 градусов. Так что если долго играть в нее, и чтобы телефон сильно не грелся, лучше играть на средних настройках. Кстати, на этой кастомной прошивке также идут лучшие эмуляторы. Особенно ЭКНС. Там вообще разница большая. На муйне я не смог даже играть в Байонету. Там просто 5-12 FPS. И игра часто виснет. Тут спокойно игра идет 16-30 FPS. От 16 до 30.
Также играл я в Inside. На Муине постоянно просадки были до 20. А там практически на кастоме идет все стабильно 30. Ну, бывают тоже просадочки, но не такие сильные, как это было на Муине. Так что вот так вот. Для игр лучше использовать кастомную прошивку. Оперативки очень много свободной. 5,5 гигов, даже до 6 бывает доходит, если все очистить. Также есть всякие настройки и оптимизации под игры. Типа вот этих тепловых профилей. У нас поднимается порог тротлинга. Если на Муине 45 градусов, да, там при 45 процессор начинал работать на частоте 1,75, а выше 45, там 50 градусов, уже начинал работать 1,52. Это я мониторил через КПУ флот. То тут процессор будет работать до 65 градусов 2,4 ГГц. После 65 пойдет снижение до 1,6. Разница небольшая в температуре, да, 50-60 градусов. Это нормальная рабочая температура. Все флагманские процессоры так греются. 865 у меня в Геншине тоже отгрелся 65-70 градусов. То здесь аналогичный результат. А вот выше 70-80 градусов, это уже да, это уже вредная температура для смартфона. А 60, 65, 55 – это нормальная температура для игр. Ну, вот так вот идет игра на кастомной прошивке. В среднем FPS 40. Бывают просадки до 30. Это обычно случается при сражениях, когда много врагов, эффектов. А так вот, в среднем, говорю, игра идет около 40.